Еще совсем недавно в нашем городе было открытие сезона любимой игры неунывающих юмористов и весельчаков из школьной и студенческой лиг «Вечно юного КВН». Позади первые игры, а они были самые трудные. Лучшие команды вышли в четвертьфинал, где они и померились силами перед строгим, но справедливым жюри. Славянской молодежи не занимать изобретательности и остроумия, но есть команды, у которых все почему-то получается лучше, легче и смешнее. Именно они приложили все усилия, чтобы блеснуть своим мастерством на более высоком этапе игр. КВН для них – это всегда интересное соперничество, но вместе с тем это настоящий праздник. Дорогие друзья, город Славянск-на-Кубани снова пришел, вернулся, скажем так, зимних новогодних каникул. Наш любимый, всеми очень любимый, народный, настоящий, отечественный, юмористический продукт. КВН, дорогие друзья, сегодня в Славянске-на-Кубани. 6 школьных и 3 студенческие команды приняли участие в четвертьфинале. Игра началась с заводной разминки, где ребятам предложили ответить на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы попали в прошлое?» У каждой команды были свои козырные карты. У ребят из 43-й школы команда «Утомленные уроками» – это состав разного возраста, который позволяет добиваться нужного комического эффекта. У нас есть возраст от 5 до 9 класса. То есть на этом играет контраст, и это смешно очень, мы считаем так. На этом можно сыграть. Команда 17-й школы «Адекватные люди», которая ярко заявила о себе с первой игры, хорошо подготовилась и к нынешнему этапу. Небольшое волнение не мешает, если есть сыгранность и положительный настрой. Мы волнуемся очень сильно, потому что четвертьфинал – это уже не 1/8. И от этого зависит, пройдем мы дальше или не пройдем. Я очень надеюсь, что мы пройдем, потому что у нас очень хорошие шутки, содержательный сценарий. И мы очень хорошо подготовились в этот раз. Мне нравится этим заниматься, потому что мы развиваемся с помощью этого. Мы выдумываем, придумываем это разнообразие какой-то в школьной жизни. Мы знакомимся с новыми ребятами, приезжаем в другие города. Ребята и в этот раз зажигали по полной. Зрительный зал неоднократно взрывался аплодисментами, реагируя на репризы и шутки команды. Ночь, приз, стадион. Нету. Как нету? У нас есть, возьми, пожалуйста. В итоге ребята уверенно завоевали первое место в школьной лиге. И в студенческой соперничество было не из простых. Команде сельхозтехникума «Зеленые горошки» нужно было проявить все свои таланты, чтобы отлично выступить. Мы делаем ставку на команды двух, нас выступает немного, и как бы мы не хотим брать количеством, мы берем шутками и своим задором. Первое место в четвертьфинале стало для ребят достойной наградой за искрометное выступление. Сезон продолжается, впереди у славянских команд еще немало замечательных игр. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».